Ну что ж, всем привет! Сегодняшний стрим будет не очень долгим, потому что, ну, вообще, мне завтра на работу достаточно рано. Нужно ехать вести студию аналитики, а запустить пораньше я не мог, не имел возможности сегодня. Вот по делам ходил в течение дня, поэтому прошу меня простить. Стрим 2-3 часа, где-то будет портала второго. Вы хотели, вы его ждали, вы его получили. Собственно, я сегодня тоже без вебки, потому что голову не помыл. Надеюсь, вопросов поэтому больше не будет. Так, что у нас по аудио? Сейчас я быстро... Общая громкость. Чуть-чуть вот я... Посильнее громкость. Не могу сказать, нормально это или нет. Или еще погромче. Не, наверное, надо еще погромче. Вот так. Итак, поехали. Что за турнир, что за аналитика? Ну, минор. Аналитика как аналитика. Проходил ли я второй портал? Нет, это первое мое знакомство со вторым порталом одиночным. Кооп я играл, по-моему, с инмейтом часа два. Доброе утро. Вы находились в консервации 50 дней. Все испытуемые в центре продолжительной консервации должны регулярно пробуждаться и выполнять упражнения для поддержания физического и умственного здоровья. Так, сейчас мне надо сразу клавиатура, мышь, чувствительность чуть-чуть. Вы услышите сигнал, когда... Да, получше стало. Давайте я включу, пожалуй, субтитры. Слышите сигнал? Посмотрите на потолок. Хорошо. Вы услышите сигнал. Когда вы услышите сигнал, посмотрите вниз на пол. Хорошо. На этом заканчивается гимнастическая часть упражнений для поддержания физического и умственного здоровья. На стене рядом потрясающе. Висит картина. Пожалуйста, встаньте перед ней. Это предмет искусства. Вы услышите сигнал. Когда услышите сигнал, внимательно посмотрите на картину. Теперь вы ощущаете духовное обновление. Если созерцание картины... Это правда, я ощущаю духовное обновление. Прослушайте отрывок музыкального произведения. Все же чуть-чуть потише сделаем. Так, не сильно все-таки вот так. Хорошо, теперь, пожалуйста, вернитесь в постель. Все, еще 50 дней в анабиозе. Эй, есть кто-нибудь? Эй! Ты откроешь дверь? Ха! О, мой бог! Ты выглядишь уже... хорошо, хорошо выглядишь. Ты в порядке? У тебя все... Не отвечай. Я уверен, что ты в норме. У тебя куча времени, чтобы восстановиться. Не спеши. Пожалуйста, приготовьтесь к экстренной эвакуации. Спокойно, спокойно. Он сказал, приготовьтесь. Просто приготовьтесь. Все в порядке, хорошо? Не двигайся. Я вытащу нас отсюда. О, ебать, что произошло с домом вообще? Очень советую, на твое усмотрение. Что с домом нахуй произошло? Сколько мы спали? Сколько мы спали? Ты в порядке? Ты меня слышишь? Эй! Большинство испытуемых через несколько месяцев в консервации демонстрируют признаки помрачения рассудка. Ты находишься тут гораздо дольше. И нельзя исключать, что у тебя может быть незначительное, серьезное повреждение мозга. Не стоит тревожиться. Хотя, если возникнет чувство тревоги, не нужно с ним бороться. Это нормальная реакция на сообщение, что у тебя поврежден мозг. Ты понимаешь, что я говорю? Понимаешь смысл? У нас одной руки ответь. Нет, или просто что? Скажи «да». Знаешь что, уже достаточно близко. Просто держись рядом. Все средства обеспечения безопасности реактора отключены. Пожалуйста, приготовьтесь к взрыву реактора. Слушайте, я не понимаю, почему у меня половины фраз нет. Я ладно, вроде пофиксил этот баг. Не хотел говорить тебе, но придется. У нас тут серьезные неприятности. Как ты там? Держишься? Я это фиксил.
Резервное питание кончилось, и, конечно же, центр консервации больше не будет этих чертовых испытуемых. Подожди, это немного сложно. И, конечно же, мне никто ничего не сказал. Ну зачем информировать меня о жизненно важных функциях 10 000 чертовых испытуемых, за которых я отвечаю? О, уже близко! Тебе видно? Я пролезу! Места хватит? Я тебя даже не вижу. Ведь надо как-то пройти. Так, надо сосредоточиться. И чья это будет вина, когда руководство спустится сюда и найдет 10 000 чертовых овощей? А! Видишь, я ударился! Я просто типа выполнял то, что в Steam Community написано по поводу предотвращения этого бага. Если кто-нибудь спросит... Не-не-не, никто не спросит, ты не волнуйся. Но если кто-нибудь спросит, скажи, что последний раз, когда ты проверяла, все были более-менее живы. Хорошо? Не мертвы. Хорошая озвучка, не знаю, что машина. Что за машина? Два голоса пока замечательные. За стеной находятся старые испытательные камеры. И там есть всякое оборудование, которое нам пригодится, если мы хотим отсюда выбраться. Думаю, там док-станция. Готова? Хорошие новости. Это не док-станция. Так что одним неизвестным меньше. Я постараюсь взять управление на себя. Возможно, это слишком технически звучит. Соберись духом. Мы почти на месте. Помни, что тебе нужна такая пушка, которая делает отверстия. Не пулевые отверстия, а... Ну, ты разберешься. Давай, соберись с духом. Удачи! Мы рады снова приветствовать вас в Центре развития. В настоящее время мы испытываем трудности в связи с обстоятельствами апокалиптического характера вне нашего контроля. Опять что ли, те же 19 уровней проходить? Вы будете получать инструкции и моральную поддержку посредством заранее записанных сообщений, чтобы наука продолжала двигаться вперед, даже в случае природных, социальных или экономических катастроф. Испытания в критической ситуации начнутся после открытия портала. Открытие портала 3, 2, 1. Испытания с кубами и кнопками представляют огромную важность для науки даже в условиях чрезвычайной ситуации. Если именно эксперименты с кубами и кнопками привели к чрезвычайной ситуации, не волнуйтесь. Вероятность, что это повторится, ничтожна. Да уж, очень похоже на... Вы пересекли поле антиэкспроприации, которое при контакте испепеляет любое неразрешенное оборудование. Очень похоже на... уровень первого портала. В кубочках этого он и есть. Эксперимент с кубами приблизил к запою. Если вы чувствуете, что по вашей шее течет жидкость, немедленно лягте на спину, расслабьтесь и помассируйте виски. Это редкая реакция на поле антиэкспроприации, когда разрываются проходы в ушных раковинах в вашей голове. Ебать. Ага, все понял. Отлично. В связи с техническими проблемами в настоящий момент мы не можем контролировать условия проведения испытания. Прежде чем вернуться в камеру консервации по завершении испытаний, пожалуйста, потратьте немного времени, чтобы записать результаты экспериментов. Сотрудник лаборатории разбудит вас для интервью, когда общество возродится. Я не хочу опять в консервацию. А это же во вселенной Half-Life, вот сколько лет после... Если в настоящее время Земля находится под властью Half-Life царя зверей, разумного происходит... ока или иного или руководящего прямо органа, вот в это который время оказывается или не способен прислушаться голосу рассудка...
Эй, у тебя получилось! На той подставке должно быть портальное устройство. Но я его не вижу. Может, оно упало? Не хочешь сходить и посмотреть? Ну, я схожу, конечно. Все в порядке, не-не, продолжай, осмотри. Эй! Ты видишь портальную пушку? Да, я увидел портальную пушку. Да, это важно, надо было сразу спросить. Ты знаешь, что я собираюсь делать? Я буду действовать из предположения, что ты жива, и буду ждать тебя впереди. Подожду один час, а потом вернусь, и если найду твое мертвое тело, похороню тебя. Правильно? Отлично. Мы команда! Увидимся через час. Бля, очень забавный робот. Не мертва. Очень забавный робот. Интересно, что происходит. То есть, типа, первый портал мы просто прыгали, выполняли что-то, ничего нам не объяснили, кто мы, что мы, что вообще происходит. И во втором портале вы мне обещали, что будут рассказаны все эти вещи, и мы все поймем. Но пока я ничего не понимаю. Для ряда испытаний необходим длительный контакт со смертоносными боевыми андроидами. Заверяем вас, что все боевые андроиды были обучены чтению и получили один экземпляр законов робототехники для передачи друг другу. Хорошо, если вы чувствуете, что смертоносный боевой андроид не уважает ваши права, оговоренные в законах робототехники, пожалуйста, отметьте это в специальном формуляре. В будущем сотрудник лаборатории, ответственный за компенсацию, обязательно рассмотрит вашу жалобу. Ты девушка, да я в курсе, что я девушка. Но девушку зовут Чел. Ты не скипы... А, так я должен еще смотреть на стены. Извините, я, блин, не знал. Следующее испытание очень опасно. Чтобы помочь вам сохранить хладнокровие перед лицом неизбежной смерти, на счет три вы услышите успокаивающую джазовую музыку. 1, 2, 3. Так а вообще тут миссии такие же просто поломанные, как в первой части, или тут другие миссии будут в итоге? Просто играй, меньше вопросов. Хоть спрашивать умные вопросы. Не спрашивать, а задавать умные вопросы. Так, секундочку. А, все, я увидел. Потрясающе, так как данное сообщение было записано заранее, все оценки вашего успеха с нашей стороны носят предположительный характер. Игнорируйте незаслуженные комплименты. Пока интересненько. Так, а что тут наверху? Давайте изучим. Unreason. Бессмысленно, типа. Котик, луна. Вообще на этой лестнице тупил 2 часа, я серьезно? Понял. Сюжет можно ставить наравне с Гамлетом. Неплохо, неплохо. А почему у них логотип Бесезды?
Почему у них логотип Bethesda практически немножко переделанный? Если центр развития подвергается бомбардировке огненными шарами, метеоритами и другими объектами из космоса, избегайте выходить на незащищенные территории, если отсутствие укрытия не является частью испытания. Дарю, как жизнь нормально, на самках. Скоро тебе собаку отдадим. Так. Так, секундочку. Просто ласт-босс батя из трёшки, понял. ГГ, есть такое? Ну сейчас на французском языке сэкономишь где-то 2 минуты. 5 минут от русской озвучки, я в курсе, но я не хочу. Ладно, давайте пока... А, все, понятно. Alright, alright. Пройдешь портал, будет еще и легче проходить. Превосходно. Не уверен. Центр развития напоминает, что хотя ситуация может казаться безрадостной, вы не одиноки. Личностные конструкции лаборатории продолжат работать и в постапокалиптических условиях. Завтра на работу, да. Опять работать, так сказать. Дайте мне уже второй портал. Хочу оба портала. Следующий тест демонстрирует инерцию при проходе через портал. Если законы физики в вашем будущем больше не действуют, да поможет вам Бог. Так. Угу. Ох. Нет, я не попадаю в эту штуку. А мне не надо, а я выебывался что-то. Да. Привет. Ты ведь от Сальери? Спасибо за подписку. Спасибо большое, Русадокер, за переподписку. С возвращением на стрим. Если вы не являетесь сотрудником лаборатории и случайно обнаружили этот комплекс в развалинах цивилизации, запомните, испытание — это будущее, и оно начинается с вас. Я и есть будущее, если чё. Так, где... Давайте посмотрим, где необходимый нам телепорт. Ага. Так, и куда нам надо его отнести? Нам его надо отнести... Все понятненько.
и забузили игру. Отлично, творец будущего. Однако, если вы старые, недоразвитые или страдаете от увечий или радиации в такой степени, что будущее не должно начинаться с вас, вернитесь в свое примитивное племя и пришлите кого-нибудь более подходящего для тестов. Ну, вообще интересно, что происходит здесь, конечно. Вообще интересно. Вернись в племя. Ради снабжения энергии основных тестовых протоколов все средства безопасности были отключены. Центр развития уважает ваше право выражать озабоченность в связи с проводимой политикой. Эй! Эй, эй! Я тут! О, супер! Ты нашла портальную пушку! Это прекрасная иллюстрация, что люди с повреждениями мозга в конечном итоге настоящие герои, правда? Какая храбрость! Открой портал в стене за мной и переходи на другую сторону. Окей, слушай, дай я тебе кое-что скажу. Это так, очень важно. Так, давай, я слушаю тебя. Мне говорили, никогда, никогда, никогда не отсоединяться от направляющих рельс. Или я умру. Но у нас нет вариантов. Так что, пожалуйста, приготовься меня поймать на тот случай, если я не умру, когда отсоединюсь. Ну? На счет три. Готово? Раз. Два. Три! Высоко, слишком высоко, правда ведь? Это... Знаешь, если на счет три, то ты слишком долго сомневаешься. Давай на раз. Готово? Раз. Лови... Ау! Ой, блять. Я не умер. Я не умер! Подключи меня к той штуке на стене, хорошо? Я тебе кое-что покажу. Ты будешь потрясена. Блин, если нам его придется убить в конце игры, как мы сделали с кубиком со значком любовь, то я не переживу. Я не переживу. Только скажите мне, нам не придется его убивать? Нам не придется его убивать? Если придется, я оффаю. Если придется, я оффаю. Ладно. Да, я не могу, когда ты смотришь. Не, серьезно, я не шучу. Ну, отвернись на секундочку. Хорошо, теперь можешь повернуться. Бам! Тайная панель! Это я открыл, пока ты стоял, отвернувшись. Есть подними тайная меня панель. И пошли отсюда. И вперед. Посмотри, теперь нам не надо следовать по рельсу. Ух, как это здорово, мы можем идти куда захотим. Стоп, а серьезно, куда нам идти? Подожди, да, я сориентируюсь. Ну, надо идти вдоль рельса. А я его не могу выбросить. Я подумал, что если я случайно отожму Е и выброшу его сверху. Как хорошо, что я не могу это сделать. О, нет. Да, здравствуйте, мы просто проходим. Старайся не встречаться взглядом. Нет, спасибо, у нас все прекрасно. Проходим, проходим. Параллели так. Не, отлично, отлично. Пока озвучка прям то, что нужно. Наверное, сейчас самое время ввести тебя в курс дела. Чтобы выбраться, нужно пройти через ее камеру. А скорее всего, она нас убьет, если она не спит. Если ты хочешь все прекратить, мы можем остаться здесь. Навсегда. Это вариант. Вариант А. Сидеть здесь и ничего не делать. Вариант Б. Войти внутрь. И если она жива, скорее всего, она нас убьет. Давай вариант. Хорошо, открываю карты. Я не хочу этого делать. Я не хочу туда заходить. Не надо, не входи туда. Она выключена. Отставить панику, она выключена. О, это она. Знала бы ты, какая она была противная. Честно, прямо маньяк. Так я ее и разъебал. И ты знаешь, кто ее прикончил? Кто с ней расправился в итоге? Ты не поверишь. Человек. Я знаю, я бы тоже не поверил. Похоже, этот человек сбежал, и никто его больше не видел. То есть он нам показал шорткат? Ничего не происходило. С девятого уровня вот мы с тобой убегаем. В конец? В общих чертах ничего это и есть вся история. Теперь ты в курсе. Ничего не трогай.
Он просто теперь показал нам шорткат. Охренеть. Прыгай, хотя, если присмотреться, тут немалое расстояние. А, знаешь что, давай прыгай. У тебя на ногах есть эти рессоры, но на руках рессор нет. Придется надеяться на простую человеческую силу, что ты удержишь устройство и, соответственно, меня. Так что давай, давай, держи сильнее. Да, это в спидране первого портала. Кроме будет. Того, серьезно? На спине тоже нет рессор. Ты шутишь. Так что не приземляйся на нее. И на голову не приземляйся, там тоже нет рессор. С такой высоты она может лопнуть, как арбуз. Сосредоточься и приземляйся на ноги. Удержала! Ты меня удержала чудесно! Ты держала крепко. Мы в порядке, это здорово. Мы в порядке, это правда здорово. А, извини, я посмотрел вниз, не советую этого делать. А, я опять посмотрел. Бля, очень прикольный робот. Прям топовый. Это главная пультовая. Ищи переключатель для спасательной капсулы, хорошо? Больше ничего не трогай. Так, ничего не трогаем, ни на что не смотрим. Нет, смотреть тебе надо, чтобы найти спасательную капсулу, но как только ты на что-то посмотрела, и там не написано. Спасательная капсула, больше на это не смотришь, хорошо? Но ничего не трогай. И ни на что не смотри, и вернее смотри, но не... Ну, ты поняла. Ты ее где-нибудь видишь? Я не вижу. А, слушай, подключи меня, и я зажгу свет. Да будет свет! А, это Бог. Я цитировал Бога. Ой, поворачивается! Какой ужас! Но все будет в порядке, по крайней мере, пока не начнет подниматься. Так, спасательная капсула. Капсула. О, поднимается. Окей. Так, не волнуйся, не волнуйся. Я тут, я тут. Это его остановит. Нет, так еще быстрее. Бля, мы все нажимаем. Началось включение питания. Так, не паникуй, хорошо? Прекрати паниковать. Я могу все остановить. А... О, здесь пароль. Я его взломаю, не проблема. Так, ну и нахуй ты это делаешь? Нет, так. Б. Нет, стоп, я уже пробовал Б. У тебя есть стопочка? Записи. Включение питания завершено. Так, так, слушай, новый план. Веди себя естественно, мы ничего плохого не сделали. Привет! А, это ты? Ты ее знаешь? Давно не виделись. Как дела? Я не буду с ней разговаривать. Я была так занята, пока была мертва. Ну, после того, как ты убила меня. Что ты сделала? О, нет, 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 нет. Нет, нет, еще раз нет, нет, нет! Ладно, слушай. Мы обе наговорили много такого, о чем ты еще пожалеешь. Но сейчас мы должны забыть... Нет, она его убивает! Ради науки. Она... Ты чудовище. Раз ты так много сделала, чтобы разбудить меня, должно быть, ты очень, очень любишь испытания. Я тоже их люблю. Но сначала нужно уладить одну мелочь. По версии StopGames их трудности перевода. Но пока озвучка не вызывает никаких вообще вопросов. У меня вопросы вызывают немного другое. Чат, вы мне сказали, что этот робот не умирает. Что этот крутой робот не умирает. Но она его убила только что. Она его убила. Получается, вы мне наврали? Он все, он мертв? Да, он мертв, блядь. Ну ладно, походу офт придется. Ну ладно, если вы говорите, что он правда живой, то окей, продолжим. Как хорошо, что нам не больно вообще никогда. Доменная печь, осторожнее. Не споткнись о мои запчасти, которые ты сюда сбрасывала, и которые не до конца сгорели. Где-то тут должно быть двойное портальное устройство. Когда ты найдешь его, мы начнем тесты, как в старые добрые времена.
Зачем? Зачем она опять хочет с нами тесты проводить? Вот. Отлично. Ты обнаружила двойное портальное устройство. Выход в испытательную зону должен быть впереди. Протокол требует, чтобы после начала испытания мое взаимодействие с тобой было сведено к минимуму. К счастью, испытание пока не началось. Это наш последний шанс поговорить. Ну давай попиздим. Она помешана на науке, я понял. Давай я подвину это. Ты знаешь, какой самый большой урок, который я извлекла из своих действий? Я обнаружила, что у меня есть скрытая функция быстрого сохранения. В случае критической ошибки, последние две минуты моей жизни сохраняются для анализа. Я могла, вернее, была вынуждена снова и снова переживать то, как ты убивала меня. Ты знаешь, сделай ты такое кому-нибудь другому, они потратили бы всю жизнь, чтобы отомстить тебе. К счастью, я выше этого. Я буду рада забыть обо всем этом и вернуться к работе. В конечном итоге, у нас масса работы и лишь 60 лет, чтобы ее сделать. Примерно. У меня нет точных метрик. Всего лишь 60 лет? Если у нас 60 лет. Я сейчас уберу это с пути. Тут просто свалка. Она весьма дружелюбна. Самое важное, ты снова здесь. Со мной. Весьма дружелюбно к нам относится. И теперь я знаю все твои приемчики. Поэтому ничто не помешает нам проводить тесты до конца твоих дней. А потом, кто знает, придумаю себе хобби. Может, воскрешение мертвецов? Где вы все еще в жопе? Все еще там. Глава 2. Холодный старт. Извини за беспорядок. После того, как ты убила меня, я немного запустила этот комплекс. Кстати, спасибо за это. Проверка сарказма завершена. Отлично. Все снова работает. Пока ты будешь проходить первое простое испытание, начну все восстанавливать. Попытаемся узнать, как испытуемые ведут себя, если запереть их в помещении со смертоносными лазерами. Недурно. Я и забыла, как ты хорошо с этим справляешься. Все же нужно поторопиться. Нужно провести еще много тестов. Папич, это тут тоже быстро все проходит? Или Папич долго проходил эти моменты? Два дня. На каждую минут по 40. Приходил нестандартно. Следующее испытание связано с кубами преломления подавленности. Я сконструировала их буквально накануне твоего эпизода. Теперь мы сможем посмотреть, как они работают. Один должен быть в углу. Так, мне нужно сюда, да, бабахнуть лазером? Понимаем. Так. Ой, это приколюха, это мне нравится. Такие вещи я люблю.
Хэмэ. Нет, тут ничего не должно быть. Очевидное решение Ж. Не, ну хорошо. Прекрасно. Вот результаты теста. Ты ужасный человек. Я серьезно, тут так и сказано. Ужасный человек. Хотя мы на это даже не тестировали. Только альтернативная концовка, если поставить 20 минут, серьезно? Меня убьют, если 20 секунд я постою? Не расстраивайся из-за этой оценки, ужасный человек. Это лишь оценка на основе данных. Если тебе интересно, теперь есть научное объяснение, почему твоя мать бросила тебя при рождении. Что ты сказал про мою мать? Очевидно, что не... нет. Да, так, на всякий случай. Посмотрю, что здесь происходит. Даже не думай. Даже не пробуй, точнее. Приятная музыка. Так, ему на лазер пофиг, мы уже поняли. Сейчас мы решим. Нюансы некоторые. Для начала нам нужно что? Что и куда? А, не обжигай. Так. Почему она не поднимается? Ага, она фигачит туда. Именно туда она фигачит, да. Второго куба я не вижу просто.
Я просто не вижу второго куба. Он тут должен быть вообще? Не, есть, конечно, вариант, что просто я сделаю вот так. Ну, почти. Ладно. Поздравляю. Не по поводу теста. Большинство выходит из консервации очень худыми. Хочу тебя поздравить. Тебе каким-то чудом удалось набрать несколько килограммов. Бля, это грустная история моей жизни. Все обычно худеют, а мне чудом удалось набрать несколько килограммов, блять. Чудом, нахуй. Спасибо, ебать, за это чудо. Сука. Один момент. Ты проходишь эти тестовые камеры быстрее, чем я успеваю их строить. Ты можешь притормозить и заняться чем-нибудь другим, чем-нибудь, что не разрушит этот комплекс. Подруч. Отсюда нельзя пройти. 4 из 22. Что? Почему 4 из 22? К твоей чести, ты меня слушаешь, но, к твоему сведению, нет нужды делать все так медленно. Бля. Извини, пожалуйста. Это как-то мне неловко играть в эту игру теперь. Немножко неловко. Почему, кстати, Форса называет вот этот цвет Red? Это же очевидный Orange. Orange, Blue, Orange, Blue. Блин, как же она восстанавливает этот комплекс по... В следующем испытании используется воздушная панель Веры. Она была разработана в ходе исследования, как испытуемые справляются с трудностями, если их катапультировать в космос. Результат оказался очень информативным. Никак. Удачи. Ух, ёпта. Да, прикольно, мне нравится. Не, очень клёво, очень клёво. Я прям прибалдел. Интересный факт. Ты дышишь не настоящим воздухом. Закачивать его так глубоко под землю слишком дорого. Мы просто удаляем двуокись углерода из воздуха, освежаем его немного и закачиваем обратно. То есть до конца своих дней ты будешь дышать одним и тем же воздухом. Мне показалось это интересно. Нормально, я не против, я не против. Посмотрим, какой следующий тест. О, улучшенные воздушные панели Веры. Отлично, получаю удовольствие, паря в воздухе и не думая о мире. А я пока схожу, принесу сюда пару тонн битого стекла. Не, мне очень нравится эта распрыжка и новые... Очень нравятся новые механики, которые добавили.
Ага. А тут я должен был... Понял. И что теперь? Я пока еще расчищаю эти тестовые камеры, поэтому временами в них все еще попадается мусор. Стоит и смердит без всякой пользы. Постараюсь не столкнуться с летящим мусором. Так. А, все, я понял. Один вопрос. Радио не поймал, секрет прибыл, да? Ну пойдем поймаем радио. Нет нужды экспериментировать с мусором. Это лишь мусор. Что-то я завтыкал с этим радио. Где секретная комната, можешь поискать. Да, сейчас поищем. Кажется, я нашел ее. И сдох. Главный вопрос заключается в том, как нам эту штуку бросить туда. А, все, я понял. А, потолок. Понял. Потолок позволяет, да? Thank you.
Как нам попасть в ту комнату? Как нам попасть в ту комнату? Так, и что тут у нас есть? Jazz fails. Кому-то джаз не очень нравится. И что в этих комнатах такого? Радио притащить. Давайте притащим радио. Почему бы и не притащить сюда радио? Нет нужды экспериментировать с мусором. Это лишь мусор. Нет. Как только... Мы вместе с ним не попали. Блять, куда я его кинул? Так. Сука, а? И чё? Это азбука Морзе. Хуёрзе, блядь. Помнишь, я говорила тебе про мусор, который стоит и смердит без всякой пользы. Это была метафора. Я имела в виду тебя. Я прошу прощения. Ты не отреагировала сразу, и я забеспокоилась, что ты пропустила это мимо ушей. Тогда извинение выглядело бы чем-то ненормальным, поэтому я только что снова назвала тебя мусором. Я не хочу играть в эту игру, она оскорбляет мои чувства, блин. Она оскорбляет мои чувства.
Нетолерантная игра. Знаешь, что люди, обремененные угрызениями совести, чаще пугаются громких звуков? Извини, не знаю, откуда этот звук. В любом случае, это интересный научный факт. Неужели я растворила его, прежде чем ты прошла тест? Это случайно, извини. Иди возьми еще один, пока он не исчез. Попы, я и этот растворила. Ну ты и сука. Ну и ладно. У нас на складе масса всяких вещей. Они ничего не стоят. Я даже рада от них избавиться. В каждой тестовой камере есть поле антиэкспроприации на выходе, чтобы испытуемые не могли вынести опытные образцы из зоны испытаний. Данное поле сломано. С собой ничего не бери. Забери куб. Как мне его забрать? Ой, не туда пошел. Ничего страшного. Ты скотина! Я думал, этот собирался сказать «я тебя люблю». Они разумны, конечно. Просто у нас их много. Я мог его не убивать, чат. Я мог его не убивать. Это вы сделали со мной. Это вы сделали из меня убийцу. Снова. Ой, где тот замечательный дроид, который мне помогал, который рофлил и шутил? Где он? Следующее испытание включает в себя поле антиэкспроприации. Помнишь его? Я рассказывала тебе о нем в прошлой тестовой камере, где его не было. О нет. Снова турбины. Мне надо идти, хотя этот тест требует некоторого объяснения. Давай я по-быстрому введу тебя в курс дела. Вот, если у тебя будут вопросы, прокрути в голове на замедленной скорости то, что я сказала. Не, никаких вопросов. Никаких вопросов. Ага, все понял. Походу.
что-то дало? Нет, это нам дало ничего. Так. Хорошо. И что дальше? Пролезай в дырку. Так, чат, расслабьтесь. Я просто пытаюсь все переменные найти. Я их нашел. Видите, не так уж сложно. Не, я понимаю, что каждый в этом чате проходил эту миссию за на 20 секунд быстрее, чем я. Разница лишь в том, что это было ваше 10-е прохождение, а это мое 1-е. Слушайте, хочу запрыгнуть на эту штуку, интересно, что будет. Я не могу. Мне игра не позволяет. Это я в порядке! Ну, я вернулась. Воздушная панель Веры сигнализирует о неисправности. Ты ее сломала, да? Вот, попробуй сейчас. Он в порядке. Что случилось? Я там лежал, ты подумал, что мне конец, я был жив, и потом... Эта панель не рассчитана на испытуемых твоего веса. Ну, Новый год недавно был, сука! Кстати, отлично выглядишь, очень здоровый. Попробуй сейчас. Новый год-то всего лишь! Представляешь, я сам не поверил, и потом птиц! Похоже, ты превосходишь ее весовые ограничения. Хорошо, я просто опущу потолок. Так, нахуй я это делаю? Мне сюда или сюда? Что же мне робити? Хм. Сколько набрал за Новый год? Кстати говоря, нисколько. Набрал нисколько. Не, серьезно, нисколько. Набрал ноль. Thank you.
только IQ сбросил. Только посмотрите, как величаво она парит в воздухе, как орел на воздушном шаре. Ну тут неплохо. Да тут изи, изи, изи. Пока изи. Постарайся получить удовольствие от следующего испытания. Я иду на поверхность. Там такой прекрасный день. Вчера я видела оленя. Если ты пройдешь следующее испытание, возможно, я позволю тебе подняться в комнату отдыха и снова расскажу, как видела оленя. Так, это странно. Может, с прыжка просто? С прыжка хватило. Блять, не успел. А, я мог его просто поставить. Не увидел. Я не побачив. Так. Що тут робити? Ай, блядь. Ой, блядь. Шо? Ну нихуя ж себе. Thank you.
блядь! А, не, все правильно. Бля, мне это все надо было сделать с той залупой. Ты прошла испытание. Сегодня я не видела оленя. Я видела нескольких людей. Но поскольку ты здесь, у меня уже предостаточно испытуемых. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Вы специально заставили меня играть в портал, чтобы меня овнял, типа, чтобы меня еще и игра овняла, а не только вы, да, чат? Вы специально. Ну да, я понял, я понял. Спасибо, чат. Эти мосты состоят из естественного света, который я поставляю с поверхности. Если ты подставишь лицо, то почувствуешь, словно стоишь снаружи и солнце светит на тебя. От этого также загорятся волосы, поэтому не делай этого. Ага. Не, пиздец, они механик тут добавили, я вам так скажу, господа. Пиздец, тут механик добавлено. Просто топит их в воде. А какого года портал второй? Блять. 11, да. Ну тут, я думаю, графон такой неплохой. Куда падают эти хуйни? Есть фанатский приквел Portal Stories Mal. Продолжительность по сложности немного превосходит второй, по качеству не стоит цены чтим.
Так, хорошо, что дальше? Ну, дальше просто. Прекрасно. Ты хищник, и эти испытания — твоя добыча. Кстати, для следующего испытания я рассматривала использование акул. Знаешь ли ты кого-нибудь другого? Не, кого-то не очень хочу проходить, мне было скучно достаточно. Ты подумала, акулы? Это неверно. Правильный ответ — никто. Никто, кроме вас, не проявляет такой бессмысленной жестокости. Он меня удручал, я хочу сам решать головоломки, а не с кем-то. Хорошие новости. Я придумала, что делать с деньгами, которые сэкономила на переработке воздуха в твоей комнате. Когда ты умрешь, я заламинирую твой скелет и поставлю в вестибюле. Так будущие поколения смогут понять, как избавиться от столь неудачного строения скелета, как у тебя. Охуенно, спасибо. Лучше еще раз пошути, что я жирный. Прекрасно. Опять неработающая дверь. Думаю, что кое-кому опять придется ее чинить. Нет, не волнуйся. Я сейчас вернусь. Ничего не трогай. Эй, эй, сверху! Я нашел там наверху птичьи яйца, сбросил их на дверной механизм. Вырубил его, я... Птица! 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 Уитли жив, ура! Окей, это, наверное, птица, да? Которая отложила яйца. Разозленная. Так, слушай, мы сбежим отсюда очень скоро. Обещаю, обещаю. Надо только придумать, как. Как сбежать. Это она. Продолжай тест. И помни, ты меня не видела никогда. Как-то она... Я беседовала с дверным сервером. Теперь он больше не оживет, так скажем. Но вернемся к испытаниям. Как интересно, она не... Не видит. Почему она не видит этого чувака, я не знаю, это его существование. Так, вот он падает в воду. Это мы уже поняли. Отлично. Ты так хорошо справляешься, что я даже сделаю пометку в твоем деле в разделе поощрений. Здесь масса свободного места. Хорошо справилась. Относительно. У меня нестандартное прохождение. Ну, это что же вариант был? Это что же вариант был? А как проще сделать? А как? Ну вот я не понял, как проще сделать. Используются турели. Помнишь их, да?
Светлые сферические штуковины, стреляющие пулями. Такие люди обычно имеют больше IQ, чем остальные, но не в моем случае. А еще такие люди, может быть, будут маньяками в будущем. На помощь. Ты все еще тут, ошибка целостности. Ничего личного. Почему ты попадаешь по мне все равно? Бедная турелька. Вот одна из немногих потерянных переводов GLaDOS говорит что-то вроде, помнишь, пухлые сферические штуки, набитые пулями. Ох, это ж ты через несколько минут. Ну такая себе шутка. Заново теперь. Научился использовать кубы как щиты, хотя не так надо. Ну, о, нестандартное прохождение. Балабам сказал больше IQ у таких людей. Я круглые сутки имитирую дневной свет и добавляю адреналин в воздух для дыхания. Возможно, из-за этого у тебя нарушено чувство времени. Если тебе интересно, вчера был твой день рождения. Где мои праздничные донаты, чат? Где праздничные донаты с поздравлениями? Помнишь, что я буду жить вечно, а ты умрешь лет через 60. Я придумала для тебя запоздалый подарок на день рождения. Ну, скорее, запоздалые медицинские процедуры на день рождения. Но технически это медицинский эксперимент. Главное, что это подарок. Это правда. Любой подарок хорош, потому что он бесплатный. Например, бесплатный пиздец. В комбинезоне ты выглядишь глупо. Это не мое мнение. Так записано в твоем личном деле. Другие люди в нем выглядели нормально, а в твоем деле ученый записал, что ты в нем смотришься глупо. Ну и пусть. Что старый бородатый инженер может знать о моде? Он, наверное... Стоп, это женщина. Хотя, что она может... Стоп. Тут сказано, что у нее научная степень. По моде из Франции. Как же она меня... Меня недавно, ну, она его нет не так сильно, как... Оу, как похититель ароматов.
Она овнит не так сильно. Спокойной ночи. Перехожу в караульный режим. Привет, папа. Опа. Ой, я все еще тут. Время спать. Кто за ним? Ой. Ах, я не успел пробежаться. Я думал, я могу пробежаться там. Кто там? Блять, я почти успел, кстати. Ты все еще тут? Сейчас давайте попробуем еще разочек с ускорением. О-о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 ! Я не там появился! Блядь, я случайно! Нет, не падай! Я не хотел. Ладно, я хотел. Блять. Тут они по мне стрелять не будут. Так. Кавабанга! Ух, ёпта! Пожалуйста, покажитесь. Активация. Я просматривала список испытуемых. Ай, блин, я хотел их добить. И нашла двух с твоей фамилией. Мужчину и женщину. Это интересно. Мир тесен. Мужчину и женщину, значит, я... Значит, я их родственник. Я приготовила тебе сюрприз после этого испытания. Не могу сказать заранее, чтобы не испортить сюрприз, но намекну, что это встреча с двумя людьми, с которыми ты не виделась уже очень давно. С кем же?
кем же? Но у нас нет вариантов тут, чат. У нас не было вариантов. Пасхалку открыть, если ёбнуть лазером турель. Давайте попробуем, конечно. Только я не совсем понимаю, через что нам ее убивать. А какую композицию они исполняют? Какую? Почему профессоры разные попрятались от этой Глэдис? Да рыцарь Шесан, что? Бля, я хочу еще послушать. Слушайте, если Valve анонсировали, ну или там говорят, что работают над порталом третьим, то я с большим удовольствием, конечно, буду ждать эту игру, а не Half-Life 3, никому не нужный. Или будет то же самое? Или же будет то же самое? Подготовка.
Ну и с кем же мы сейчас встретимся? С кем же мы сейчас встретимся? Скейп. Здесь написано, что следующий тест был разработан Нобелевскими лауреатами. Здесь не сказано, за что они получили премию, но точно не за иммунитет к нейротоксинам. Так, а где мы наши знакомые? Время с ними видеться. Хорошо, и что? Пасхалка, да что за пасхалка? Там пасхалка. Перфекционист тусил. Белл приглашает послушать турели. Что? Если прислушаться, можно услышать голос. Ой, не, я осуждаю, что говорит этот голос. Нет, 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 я осуждаю. Так, ладно. Все понял. Thank you.
Ты, наверное, думаешь, что я забыла про сюрприз? Нет. На самом деле, именно туда мы сейчас и направляемся. Сюрприз, ура! Ура! Наконец-то сюрприз. Глава 4, сюрприз. А сколько тут всего глав, кстати? Сюрприз через 3, 2, 1. Я все выдумала. Сюрприз. Ну ты и пиздобольно. Ну хватит. Если это тебе поможет, тебя бросили при рождении. Так что у меня есть серьезные сомнения, что кто-то будет скучать по тебе. Это конфетти как пердёж. Так, это какая-то особая турель, да? Или, в принципе, в ней нет ничего, ничего особенного. Так, использовать для убийства. Нет, так это не работает. Пригодится вообще. Ладно, тут должна выпасть эта фигнюшка. Но как? Так, ладно, пока так, пока так.
Окей, с этим разобрались. Теперь. Так, я чувствую, что это решается очень легко. Я чувствую, что это очень легко решается. Нет, сюда нет смысла, это не имеет никакой логики. Почему 2 из 5, а где еще? Стоп. 2 штуки. Блять! Наебнулся. Так. Вижу еще 3 кубика. Не вижу. Что это нам дает? Ничего, да? Это нам дало чуть больше. Так. Значит, как мы идем? Отсюда, сюда. Ой, давайте посмотрим. Может, я просто не все вижу. Блять! Сука, утонул. Thank you.
Рефлекс по дефолту, да, рефлексом. Это они. Теперь как сделать так, чтобы бабахнуло еще два? Потому что... Я очень жалею о том сюрпризе. Знаешь что? Давай прямо сейчас позвоним твоим родителям. Да, это было просто, это было очень просто. Биологические родители, которым вы позвонили, вас не любят. Пожалуйста, повесьте трубку. Блять. О, это так грустно, но впечатляет. Может, они работали в телефонной компании? Остался last question. Как сюда, блять, запрыгнуть. Все, стример снова гений. Стример снова гений. Боготворить его. Боготворить его. Здорово! Как ты тут? Здорово, Витли. Я попал целую толпу наноботов, которые тут ремонтируют шахту. Они очень маленькие. Ай, я знаю, Джерри. У меня перерыв, дружище. Перерыв. Слушай, надо пройти еще 5. Что? Джерри, ты не можешь меня за это уволить? Да, Джерри. Может, ты предвзято относишься к наноботам моего размера? Это дискриминация, Джерри. Уже в 2011-м... Уже в 2011-м они говорили про дискриминацию. Гений. Игра опережала свое время. Ну, ты знаешь старую формулу. Комедия — это трагедия плюс время. Ты проспала немало времени. Так что, если посчитать, ты в очень забавной ситуации. Так, что у нас имеется здесь? Так, это второй пункт. Пункт номер один здесь. Так, пока слишком непонятно. Ладно, будем считать, что эта штука нам там не нужна.
Ой! Считать, что и это нам не нужно там. Все понял, принял. Вообще некуда прыгнуть. Я просто не вижу. Где вторая эта пиздюлина? Она не может, да, сюда встать. Только активировать эту хуйню. Так, я не увидел, чтобы здесь что-то можно было сделать. Что-то понял, что-то нет. Так. Что-то понял, что-то нет. Так. Так, сейчас разберемся. Сейчас разберемся. Здесь мы штуку активировали, да?
Это тоже портал, оказывается. Что? А, ну да, я тупой. Блять. Нет, так она не пролетела, к сожалению. Получилось. Так, не наоборот. Что дальше, собственно? Ага. Так, теперь вот там еще надо хернюшку достать. Тут есть еще вот эта херня. С другой стороны. Интересно смотреть, как он выкручивается из очевидных решений. Я что-то неправильно делаю совсем, что ли? Не так? А, не, мы сбили. Все, все получилось. Все удалось. Подбил. Опять не попал.
Да что ж такое? Нет, тут я очень плохо начал делать. Да что ж такое? Я вот, видите, как близок? Дай блять! Ой, хуйня. Так, а теперь давайте, это какой уровень? Как этот уровень называется? Как этот уровень называется? 10 уровень, да? Я хочу просто на ютубе глянуть. Portal 2, 10 уровень, да? Сейчас... Portal 2. Portal 2, level 10. Сейчас посмотрим. Нет, это не 10, а какой это? Черпет, окей. На стене написано. На какой, блядь, стене? 19-й, да? Окей, черпет 4, тест чембер 19, короче. Охуенно. Спасибо за донат. Ебать ты гений, что не верил до этого, до 60-й кью наблюдаю. Спасибо. Спасибо тебе за донат. Ага, вот, все. Мне скинул Балабама, чтобы не словить спойлер. Посмотрим, как проходится иначе. Ага. Угу. Но мне мой способ больше нравится. Мне мой способ больше нравится. Но в конже твой. Но, типа... Мой был чуть посложнее. С применением большего количества кнопочек нажатий, но... Он тоже был рабочий, чат. Он тоже был рабочий. Итак, я обдумала нашу дилемму и нашла решение, которое, по моему мнению, наилучшим образом подойдет одной из обеих из нас. Но задумалась немного иначе. Ну, еще плюс балла этой игры в том, что тут эти головоломки решаются разными способами, а не единственный верный, и ты должен до него допетрить. Согласно федеральному законодательству, я должна предупредить тебя, что следующая испытательная камера выглядит очень здорово. Все верно. Наш комплекс снова работает.
действительно выглядит очень здорово. Кстати, это последняя миссия, которую я пройду, потом мне надо будет валить потихоньку спать. Это я сразу вам сообщаю, чтобы вы особо не рассчитывали на продолжение стрима. Так, нужно три штуки мне дарить, да. Одна активирована. Но это явно... Тихо. Явно не тот способ, который мы хотели добыть. Ладно, я понял, тут достаточно просто должно быть. Думаю, эти испытательные камеры выглядят. Завтра обязан подрубить продолжение. Завтра работа у меня. Завтра у меня. Нужно работа. Лишь посмотреть на вещи объективно. Увидеть, что больше не нужно, и удалить лишнее. Не считается, бы еще одну. Ну ладно, да, я думал, что будет подольше. Еще одну, еще одну. Еще одну пройдем. Завтра вряд ли будет. У меня завтра. После следующего испытания тебя. У меня завтра смена, что я вернусь поздно. Вот если у меня будут смены, где я буду возвращаться в 8-9 вечера, то я буду подрубать на пару часов. А если у меня будут смены, которые заканчиваются в 11, то сори, как бы. Я пока домой приеду, пока то пока все, я уже, ну, подрубать вообще не будет никаких вариантов, поэтому. Вот, поэтому если не успею, то портал второй буду проходить уже после Москвы, после стримка. Ждем сюрприз. Не такой поддельный и трагический сюрприз, как в прошлый раз. Так, настоящий сюрприз с трагическими последствиями. И в этот раз с настоящими конфетти. Прекрасная вещь. Последний мешок. Я буду скучать по ним. Но в конечном итоге они просто занимали место. Ненавижу конфетти. Да, вообще ничего не имею против конфетти, если их не нужно убирать. Потом... Что происходит? Кто выключил свет? Здорово, подруга! Я разговариваю так, потому что она не слышит в этом диапазоне. Слушай, железный шар, я тебя слышу. Специальный голос больше не нужен, беги! Беги! Блять! Давай, давай! Нет, не даю. Блять, я не смог убежать! Я не смог! Кто выключил свет? Здорово, подруга! Я разговариваю так, потому что она не слышит в этом диапазоне. Слушай, железный шар, я тебя слышу. Специальный голос больше не нужен, беги! 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 Давай, я закрываю двери! Итак, напоминаю, вкратце мы совершаем побег. Мы в процессе побега, так что беги! Вкратце план на будущее такой. Мы остановим сборочную линию турелей, отключим производство нейротоксина, а потом встретимся с ней лицом к лицу. Но в данный момент главное — беги! Я бегу, бегу. Беги, беги, беги! Ирония в том, что ты почти прошла последнее испытание. Вот, почему бы тебе просто не пройти его. Поверь мне, этот путь наружу легче, чем любой дурацкий план, придуманный твоим другом. А что за кого она нас принимает? Ну давайте зайдем. Она... Ты куда? Куда ты? О, смотри, там Али. Наверное, ты не видишь его. Подойди поближе. Она нас обманула. Но мы прошли.
Все, мы уровень прошли. Давай, давай! Вот, не совсем. Что там происходит? Можешь выбраться? Я слышу выстрелы. Чуточку поздно предупреждать, но берегись выстрелов. Может, слишком поздно, но я хотя бы попытался. Так, и что дальше? Я просто не вижу, куда отсюда идти. Ты в порядке! Отлично! Вперед! Сюда, сюда! Турели! Беги, беги, беги! Блин, мы почти выбрались. Музыка, как, знаете, надо как... рушить весь комплекс, быстрее! Как в House of the Dead. Втором или третьем. Скорее сюда! Лифт! Лифт! Какой лифт-то? А. Получилось. Встретимся на той стороне! Но сейчас самое интересное в игре начинается, да? Самое интересное. Или будет примерно так же интересно, как и раньше. Просто было достаточно интересно. Вроде спать собирался. Да, блин. Но игра затянула. Игра затянула. Спасибо за то, что посоветовали мне ее. Простите за то, что я долго ломался и не хотел проходить портал. Но да. Да. Ладно, ребят. И правда, мне пора ложиться спать потихонечку. Завтра работа. Увидимся с вами, если вы смотрите за Дотой, то на миноре от мейнкаста. Я буду там со второй серии и до победного. Надеюсь, что с послезавтра я буду на первых трех сериях работать, а не на последней. Если так получится, то я буду подрубать. Вот, поэтому все может быть, все может статься. Спасибо за то, что смотрели. Надеюсь, у меня получится хотя бы одну-две подрубки еще сделать до отъезда в Москву. Ну и напоминаю, что с 16 числа стримхата, с 16 числа неделя отрыва. Ближе к делу будет расписание дней, что, куда и как. Должно быть клево. Все, всем спасибо, всем пока.